Депутатский мандат как помощник в расхищении бюджетных средств. В Балахне начали судить заместителя председателя местного совета депутатов. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он похищал бюджетные средства с помощью заключения фиктивных договоров. Задержали Андрея Капустина сотрудники ФСБ прямо во время заседания местной думы. Можете озвучить свою позицию по делу? Как вы считаете, виновны, невиновны? Не буду озвучивать. Вот и ваш подзащитный, у нас к нему больше вопросов. Зачем вы за такую сумму продали старые тепловые сети, эти трубы? Вы же знали, что они столько не стоят, или не знали? Без комментариев. Без комментариев. Но он купил их за 9 миллионов, а продал за 20 с лишним. Осенью 2017 года подозреваемый, выполняя свою роль, находясь в преступном сговоре с исполнителем, предоставил свои данные, необходимые для заключения договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны, и выступил в качестве продавца в сделке с ООО «Балахнинская коммунальная компания». При этом стоимость указанного недвижимого имущества была существенно завышена. В результате сделки компании причинен имущественный ущерб в общем размере, превышающем 23,5 миллиона рублей. Вы признаете свою вину? Кстати, статья мошенничества в особо крупном размере, по которой судят депутата Капустина, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но, как сообщается, во время суда он свою вину признал, хотя при задержании не признавал, и возместил уже нанесенный ущерб. Поэтому, возможно, наказание будет не слишком суровым.